вопрос, который тебя, так сказать, мучает, ты не можешь его решить, а тут тебе придет решение само по себе. Да, покажи еще раз, как моргание делают. Покажи Сашу, как он делает моргание. Так, так, вот так человек всегда, когда засыпает, непроизвольно делает. А когда делаешь сознательно, осознанно, так сказать, у тебя происходит как упражнение. А что ты после этого чувствуешь? Я после этого, вот сейчас я руки убрал, но они у меня как бы хотели подражать. Да, значит, надо так поделать, да. Вот, я чувствую, вот после всего этого я чувствую бодрость. Потому что я сегодня тоже что-то замотался и вот ехал такой... по дороге автоматически, а сейчас уже начал делать, стал бодриться. Да, еще раз ха покажи, потому что вот сейчас мы запишем, и как раз таки одновременно нас запишут, это журналисты. Да, ну это потише, потише, не так сильно тоже не надо. Да, да. Да, это для фонетрических проблем. Допустим, вы хотите в опере петь хорошо, или вообще у вас голос заложен. Когда вы нажимаете на точку, в этот момент поднимаете коленко и делаете букву «Ха». «Ха». Вот так вот. Туда-сюда ходите идет по комнате. Запись? Да, идет запись, да. Мы сейчас в прямом эфире будем вещать. Вот у меня, когда погода поменяется, голос садится, я поэтому вот так поделаю, полминутки туда-сюда хожу, правую ручку, левую точку, и левую коленку подниму, эфир, ха, скажу. Посмотрим, потом сажусь и вот так свободно выступаю, и могу даже песню спеть, и так далее, и так далее. Видишь, как легко, уверенность появляется. А если ты еще поморгаешь, как Саша сейчас показывал, это вообще, ты будешь такой кумир всех, как это называется, лидер мнения, да? Ну да. Лидер общественного мнения, лом. Лом, да? И люди за тобой потянутся, потому что ты будешь чувствовать себя внутреннюю свободу. Как увидишь, сразу все пойдут за тобой. Да. Ну, ну, чтобы моргунчиком только не стать. Там есть определенные дозировки. Это всего делается 5-15 секунд. Да, так что вот. Еще можно тоже 5 секунд в день тренироваться и делать физические упражнения перед зеркалом, какие хочешь. Да? То есть ты, например, делаешь упражнение на ту часть фигуры, которую ты хочешь. Например, хочешь ты живот давить, да? Вот как я, например, хочу давить. Кстати, у тебя меньше живот стал. Да, я хочу сказать, что вот из-за этих упражнений я похудел на 15 килограмм. То есть я вот делаю вот так вот, живот втягиваю, в зеркало смотрю, запоминаю этот светлый образ, отворачиваюсь, чтобы не видеть потом, когда я это перестаю стараться. И сам мозг начинает строить свою фигуру, исходя из того, что у него есть образ, то есть какая фигура должна быть. Вот. Да. Соответственно, он мозг регулирует обмен веществ, то есть подстраивает под то, друзья, что. Друзья, короче говоря, подписывайтесь на канал Ютуба, на канал Телеграм, все там есть под роликом в описании. И будете знать, как похудеть, как постройнеть, как снимать страхи, как переводить энергию стресса на решение ранее нерешаемых вопросов. Да. Можно еще было. Это самое главное. Много чего рассказать. Да. Вот. Сюда приди. Да, и скажи прямо, прямо глядя в лицо людям, потому что это большая ответственность, все на тебя смотрят. Если у вас дома беспорядок, и вам некогда убраться, вы все время теряете ключи или очки, очень хорошая методика через метод ключ их искать. То есть я как делаю? Я выхожу в нулевое состояние, обращаюсь к своему самосознанию, и буквально в течение вот тут же прям нахожу тот, что где-то я не мог искать полчаса. Как вспомнить чужую фамилию. Все вспоминаешь, как вспомнить чужую фамилию. Вспоминаешь, никак не можешь, потом отвлекся, и она пришла. Да, да. А тебе пришли ключи, которые ты потерял. Да. А ты так можешь деньги найти? Деньги? Не пробовал, но надо попробовать. Надо попробовать. И тогда мы все вместе найдем клад. Найдем клад и разобьем нашу школу «Человек будущего». Все наши приемы дадим всем на всем земном шаре, чтобы не было кризисов и войн на планете. Чтобы каждый человек был творцом. Открывал свои творческие способности. Помнишь этот фильм у Юлиана Семенова «17 мгновений весны»? А так, как же? Профессор Плешнер. Плешнер же там, да? На лыжах, через границу. А когда он шел домой,
Ему сказали, ты смотри, там на окошке пароль будет, чтобы цветка там не было. А он думал о том, что он придет домой, его будет ждать стопка чистой бумаги, он будет писать, заниматься любимым делом. Отвлекся от задания. Отвлекся, потому что, занимаясь любимым делом, тебе все пофигу, что и как. Поэтому мы в нашей школе «Человек будущего» занимаемся активацией, мотивацией, чтобы люди занимались больше любимыми делами, открывали свои творческие способности, потому что это точки опоры. И вам будет все пофигу, и вы будете творцы, какими мы и являемся все. Правильно? Совершенно верно. Вот Саша. А Саша через некоторое время сделает нашу выставку. Расскажи, где ты ее сделаешь. Я еще пока не знаю, где ее сделаю. Да, но ты найдешь. Да, это в галерее, которая, потому что мы хотели разместить в галерее, которая находится, галерея Москва, она находится под храмом Христа Спасителя, но хозяин галереи, к сожалению, сказал, что он занимается только старинными картинами, а современными не занимается. Вот, но как только мы устроим выставку в другом месте, как репортажи об этом пойдут по центральным каналам телевидения, то он придет к нам сам с грустью. Мы его научим приемам саморегуляции. Мы его научим приемам саморегуляции. Да, и он будет счастлив и будет с нами вместе. Да. И он выкинет старые картины и повесит наши. Не, и наши, и старые все вместе, потому что такие картины просто невозможно. Ими не любоваться. Видишь, какая стала. Что еще интересно, что вот эти картины, они имеют, как человек, свою жизнь. Они не остаются однажды нарисованными такие же. Они с течением времени изменяются. Изменяется, потому что мы в коллективном разуме ее совершенствуем. Коллективный разум ее совершенствует. Поэтому сначала... У нас формат такой. Да, там все выходит. Изображение лица получается другое. Там антураж. В общем... Совершенно другая картина. Я хочу показать эту картину, которая она была, которая была в нашей книге, где у нас все участники школы «Человек будущего» со своими именами, фамилиями, там вместе с их приемами, усовершенствованием метода «Ключ», там есть еще наши картины. И в формате «Коллективный разум» по их комментам и предложениям она была сначала вот такая. Вот она. Называлась глазами, как планеты, нет, глазами, тут написано, здесь написано, глазами Вселенной. Она называлась «Глазами Вселенной». Видите, смотрит на нас, на нашу планету, на все человечество с некой грустью, с некой печалью и с неким ожиданием. А теперь она стала вот такой. Это все сделали в формате «Коллективный разум». По вашим комментам, друзья, мы учимся быть человеками, творцами, сотрудничать, чтобы были здоровы и счастливы. Потому что тот, кто не занимается своим любимым делом, тот болеет и вместо того, чтобы петь песни и творить, вот купит. Да. Или фобия вместо дать. Да. Да, вот. Саша, ты делаешь большое дело. Какое? Спасибо тебе. Но ты же донесешь эту мысль. До всех людей, потому что ты организуешь эти выставки. Мы, кроме того, что организуем выставки, мы будем распространять на информационных носителях эти картины, не распространять, а показывать на информационных носителях во всей Москве. А как ты это сделаешь? Это будет в подъездах или где? Да, это будет на подъездах. Таким образом, школа «Человек будущего» старается, чтобы все люди любили друг друга, были здоровы, были счастливы, и дети росли здоровыми. Так, и сейчас я выключаю. Так, спасибо тебе, Саша. Спасибо за внимание. А журналисты наши там продолжают беседовать. Да. До встречи. Готовятся.